Всем добрый день, 7 февраля. С утра было минус 24, сейчас вот термометр показывает минус 18. Небеса могут подождать, открытый грунт. Здесь у меня парочка опытных кустов, которые растут, можно сказать, сами по себе. Вот я их это уже четвертый год им, ни один год я их не укрывал. Правда, зимы были мягкие. В этом году уже было минус 25-26, сегодня минус 24. Вот посмотрю, что с ними будет весной и какое будет плодоношение. До сих в 2020 году плодоносили они очень хорошо, но зима была теплая. Вот. На каждом кусту осталось где-то по 3 побега замещения, таких достаточно мощных, толстых. Посмотрим, что будет с ними весной. Вот попробовал срезать одну веточку. Ну, внутри зеленая, но в принципе это не главное. Главное, чтобы плодовые почки выжили. Вот. А возьму одну ветку с собой, поставлю в водичке. Будет видно, пойдут они в воде в рост или нет. Дальше у меня там пару кустов Columbia Star, Black Butte, Lochtay. Вот. По всем наблюдаю, как они переносят зиму без укрытия. В этом году и снега порядка там 60 сантиметров, но и морозы тоже вполне приличные.